Опасные дороги, разбитые дома, ветхие крыши. Коммунальные службы выполнять свои обязанности не торопятся. На жалобы жильцов не реагируют, смотрим. На что коммунальщики закрыли глаза в этот раз? Слепая зона. Жители спального района города возмущены центральным входом в школу, который выходит на разгрузочную площадку. У нас женщина писала с 31-го дома, что ребенка действительно на ее глазах чуть здесь не задавили. Просто действительно машина его не видит, он шел сзади и чуть не произошел наезд. Прямиком в земляной вал. Барнаульцы поставили неуд новому пешеходному переходу на потоке. Вот мы переходим. Здесь очень удобно, так низкий бордюр. Но мы упираемся куда? В земляной вал и натыкаемся на дерево. Школа и пришкольная территория должна быть максимально безопасной для учеников. Однако ученики 136-й школы до конца чувствовать себя в безопасности не могут. Дело в том, что главный вход в школу выходит на площадку, где разгружаются грузовики. У нас женщина писала с 31-го дома, что ребенка действительно на ее глазах чуть здесь не задавили. Просто действительно машина его не видит, он шел сзади и чуть не произошел наезд. Но слава богу, все обошлось. Центральный вход в 136-ю школу. В нескольких шагах супермаркет. Ежедневно сюда приезжают грузовики и разгружают товар. Параллельно дети идут на учебу. Образовательное учреждение в спальном районе города сдали 3 года назад. И родители не понимают, как объект приняли с потенциально опасным главным входом. Не понимают и юристы. То, что мы видим сейчас, ну, это вообще недопустимо, потому что это в первую очередь безопасность детей. Если на случай возникновения пожара видится, что и пожарные машины с трудом могут проехать с учетом стесненных условий, которые там есть. Спустя время руководство школы повесило на центральные ворота замок. Здесь повесили вот такую цепочку, чтобы хотя бы родители не подвозили детей на личном автотранспорте, чтобы не было толчи здесь и прочих опасностей не создавалось. Но больше грузы здесь по-прежнему подъезжают. Да, больше грузы подъезжают, и пока вход не был перекрыт, родители прям до цепочки подвозили детей и дальше задним ходом опять сдавали, а там опять дети идут. Ну, то есть такой вот тоже опасный момент был. Сейчас не все знают, что здесь вход закрыт, они в итоге идут сюда, смотрят, что вход закрыт, разворачиваются и ищут другие входы в школу. Один из ближайших безопасных, но пока неблагоустроенных входов лежит через газон. Родители просят администрацию города привести это место в порядок. Вот он, участок, скажем так, дороги, который неблагоустроенный. И вот действительно, если его благоустроят, было бы замечательно для детей, чтобы они добирались до школы комфортно, чисто, да, по чистой дороге, чтобы на занятия действительно ребятишки добирались чистыми. Просто участок земли, который газон. Здесь газон выращивали, поливали 2 недели, я из окна смотрел. И сейчас начнутся дожди, здесь будет грязь по щиколотку. Здесь же выгуливают собак на этой же территории. Всякое может случиться. Зимой, естественно, тут никто не чистит, потому что здесь газон, смысл чистить. Вот. И дети, а дети ходят все равно здесь. Грязные, холодные, мокрые, неважно. Дети проходят здесь, потому что здесь короткий путь в школу. И участок земли, и непосредственно сам вход в школу не благоустроен. По многочисленным просьбам родителей его хотя бы отсыпали щебнем, но это полумеры. Администрация же дала понять, что бонуса в виде тротуара не будет. Пришел ответ, что нецелевое использование денежных средств, так как участок принадлежит Балтийской 104, дом Балтийской 104. Тот ответ, который был предоставлен с комитета по дорожному хозяйству, говорит о том, что тот тротуар, который просили родители, его нельзя установить, потому что это земельный участок принадлежит многоквартирному жилому дому. И для того, чтобы его установить, необходимо согласие всех собственников этого дома о том, чтобы вот возможно было организовать там проход, проезд. Если в добровольном порядке они откажутся, то сервитут устанавливается в судебном порядке. Но в судебном порядке будут рассматриваться и иные варианты. Жильцы на общем собрании дома большинством голосов должны проголосовать за благоустройство и определить источники финансирования. Либо сбрасываться самим, либо настаивать на том, чтобы комитет по образованию взял ответственность на себя и выделил необходимые средства. Однако, как долго детям придется ждать благоустроенную дорогу, непонятно. У школы даже нет жизненно важных знаков. Ближе к школе здесь нет опознавательных знаков, хотя бы чтобы, что здесь дети, что здесь есть школа, да, нужны знаки, нужна разметка пешеходная, чтобы
ну, также обезопасить наших ребятишек. Обустройство пешеходных переходов – это, конечно, благое дело, вот только когда их обустраивают с нарушениями, ничего благого здесь нет. Пешеход рискует покалечиться и попасть под колеса автомобилей. Вот мы переходим. Здесь очень удобно, такой низкий бордюр, но мы упираемся куда? Земляной вал и натыкаемся на дерево. Падать в земляной вал барнаульцы не готовы. Недоделанный пешеходный переход из сквера ведет на улицу Эмили Алексеевой. Обустроили его в этом году. Но местные жители новинку не оценили. Обходят стороной. Пересекают дорогу по диагонали. Правда, и там свои нюансы. До конца перейти дорогу мешает трамплин, высокий бордюр. Перенести коляску сложно, выбора не остается, приходится идти вдоль проезжей части, рискуя своей жизнью и жизнью своего малыша. От нового неудобного пешеходного перехода страдают как мамы с колясками, так и пожилые люди. Приходится перешагивать, останавливаться, перешагивать, поднимать ноги. Молодежи, может быть, это и незаметно, но пожилым людям, которые постоянно ходят в сквер отдыхать, подышать свежим воздухом, это становится проблема. Кстати, вблизи недоделанного перехода находится медицинский центр. Он добавляет свою ложку дегтя. И вот на этом участке постоянно паркуются машины. Это, ну, городская среда полностью минус. Жители просят дорожные службы города до конца благоустроить пешеходный переход, сделать его безопасным. Иначе несчастный случай на этом участке дороги не заставит себя ждать. Мы, в свою очередь, отправляем официальный запрос в комитет по дорожному хозяйству, чтобы узнать, почему объект бросили, так и не доделав. На этом все. Напоминаю, если у вас есть коммунальная проблема, которую нужно решить, звоните в редакцию телеканала «Толк», пишите нам в социальных сетях или оставляйте заявку на сайте. С вами была программа «Коммунальный патруль». До встречи!